Доброго времени суток, зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы наконец-то с вами разыгрываем два ключа по игре Insurgency. И сегодня мы это сделаем прямо сейчас, и вы будете тому свидетелями. Значит, для начала давайте с вами откроем блокнот, который я заранее подготовил. Здесь вы видите список людей, которые принимали участие. Не знаю, почему контакт лаганул, и в репостнувших эту новость оказалось людей меньше, чем это действительно было сделано, но мы каждого проверили, кто у нас состоит в группе, пролистали стенку до момента, когда был розыгрыш. У некоторых ребят это пришлось достаточно долго покрутить, чтобы этого дойти. Есть такие любители розыгрышей во всех играх, во всех группах. Ну, в общем, мы проверили всех, всех нашли, всех обязательно вписали. Кроме, я не вписывал себя, потому что, ну как это, я разыгрываю ключ и буду сам в этом принимать участие, как-то, я считаю, как-то бредово. Значит, ребятки, давайте сразу поговорим о том, как можно будет получить приз. Значит, я напоминаю, что мы разыгрываем два ключа, это первое и второе место, соответственно. Значит, ключ можно получить двумя способами. Первый, или вы добавляете наш официальный аккаунт Rolegame Online в Steam, и мы отправляем его подарком через Steam. Или же, если не хотите, то указываете почту, и мы вам скидываем этот ключ на почту. Ну, вам все равно придется его в Steam активировать. Поэтому выбирайте, как вам будет удобно. Значит, смотрите, у нас есть 10 победителей, соответственно. Точнее, 10 не победителей, а 10 участников. Давайте, значит, на рандом-орге выбираем, значит, минимально 1, максимально 10. Чтобы вы не думали, что это какой-то там левый сайт, да, это действительно рандом-орг. Вот я его обновил. То есть, видите, он защищен, все дела. Так, значит, 1, 10. И генерируем результат номер 8. Так, номер 8 у нас... Артем Трухин, соответственно. Давайте мы его теперь убираем отсюда. И делаем следующим образом. От 1 до 9. То есть первый человек у нас уже победитель есть. И теперь мы с вами выбираем от 1 максимум до 9. Давайте еще раз обновим страницу. Вот. Так, значит, от 1 до 9, соответственно, генерируем 4. 4 у нас Николай Черновицкий. Я извиняюсь, Николай. Итого у нас два победителя. Это Николай Черновицкий и Артем Трухин. Спасибо, ребята, тем, кто принимал участие в нашем конкурсе. Я надеюсь, это не последний конкурс. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нашими видео, поддерживайте нас своими лайками и комментариями. И, кстати, не забудьте обязательно написать комментарий, поставить лайк к этому видео. С вами был Росси. Будьте с нами и дальше. Всем спасибо за участие и до скорых встреч. Всем пока.